Сейчас буду готовить кашу. Молоко я всегда беру по акции. Вот такие вот хлопья 5 злаков. Вот, буду варить в мультиварке. Вот, кто подскажет, какие перчатки есть покачественнее. Уже какие только не перепробовала, все рвутся. Вот, и вот прям на один раз мне их хватает. И потом вот подбираю уже какие-то, выбрасываю, оставляю одну. И вот так продолжаю мыть. Вот такой вот у нас чайник. Здесь у меня кипятится вода на чай. Вот. Коров мой спит, а я пока буду кашу готовить. Все, каша наша готова. Масло добавила. И вот такая вот мне нравится. Она не густая, не жидкая. Рушана, ты какую любишь? Кстати, я мой Рушка проснулся. Какую? Не густую, не жидкую. А-а-а. Чтоб там можно было это. Густую точно не люблю. Ну вот, вот нормальная? Да, да. Да. Ну все, отлично. Сейчас немного остынет, еще загустеет. Надо чуть пожиже делать. Пожиже? Да, чтобы она не густела. Постирали Рушана кроссовки, они красятся, да? Да. Я смотрю, с моими белыми не надо краситься. Ой, с моими, говорю, не надо краситься. У нас сегодня погода пасмурная, пипец. Нелетная. Холодно. Чё ты меня хлещешь? А вон домик на колесах, который был купил когда-нибудь. Где? А, вон. Он все увидит, купит он. Давай, покупай. Поеду с тобой. Свадебное путешествие хоть. А тебе мало, что ли, еще хочешь? Да, нет, не в такое. А какое хочешь? Свадебное путешествие отдыхают, а не работают. А как будто ты работаешь по дороге едешь. Сиди. Ага. И жопа у меня уже квадратная. И сплю в такой позе, и еду в такой позе. Ну, у каждого, как говорится, свои ценности. Вот в нашей семье будут ценности, это... дорога, понимаешь? У кого-то ценности там отдых там перед телевизором, у кого-то на море, у кого-то еще где-то. А у нас будут ценности. Кстати, хочу вот эту вот штучку бабушке отдать. Мне кажется, лежачему человеку она будет полезнее, чем нам, Рушан. Почему я не в курсе? Кстати, это свой ремень забери, пожалуйста. И вот еще яблоко корица, конечно, она не очень. Ну, ей может понравиться. Да, кстати, может понравиться. Попробуем. Нормально. Вот, так что всем доброе утро. Мы идем кашу кушать. Я тут вот видео монтирую для вас. Сижу, пока каша варилась. Так, здесь все заляпано, да, Руша? Она будет прям неприятно сидеть и кушать. Скажи. У-у-у. Вот. Куда здесь. Вот... Здесь конфеты. Мне надо не забыть их забрать с собой в машину. Что мы всегда, когда где-нибудь едем, если далеко или надолго, или. Хотела сказать, в пробках, если стоим. Да, здесь пробок, это я буквально, самые большие пробки, это 2-3 минуты, что очень радует, не может не радовать. Кстати, а вот здесь было бы шикарно обои клеить. Да иди в баню, все, давай, ну, пока. Идем кушать. Покрасить. Пойдем. Всем привет. Ой, едем мы по делам. Кстати, кто-то там подумал в последнем видео, да, или в каком-то последнем, не помню, что машина у нас вся полностью тонирована. Но вот здесь вот лобовой и боковой, вот эти, конечно, естественно, не тонированы. Да, по закону разрешено тонировать заднюю сферу. Да, только пять стекол, те они тонированы, а эти нет. Просто за счет того, что машина черная, кажется, что они тонированы. Просто отдает, да, как-то отливает. Ну да. Как-то непонятно, поэтому... Мне тоже там кажется по видео, то что... Да, то что затонирована вся машина. Кстати, берем мы конфеты сюда в дорожку. Посыпали, где я их в бардачок. Так, сюда пакетик. У нас здесь всегда будут конфеты белые, да? Угу, и надеемся. Пососать вдруг захочется. Рушан! Все, вечно думаешь не о том, о чем надо. Держи. Кого? Кстати, мы едем сейчас в видео, хотим... Хотим отдать этот. Купили, короче, шнур мне на iPhone. Он у меня уже, конечно, дохлый, весь разбитый. Рушан здесь отвертка сперва в гнезде поковырял. Не ковырял там отверткой. Ну, я просто пытался мусор убрать оттуда. А, ножом, да, ковырял? Да. Вот. Наковырял так, что теперь у меня даже какая-то... Оригинальный шнур. Оригинальный теперь даже шнур не заряжает. Но он его не видит. Мы попробуем вернуть, потому что там... Получится вернуть? Нет, потому что это оригинальный шнур. Не китайский же взяли, правда? Ну да. Вот, сегодня тепло, я делаю юбочку, колготочки. Что? Угу. И сапоги зимние. Ну ничего страшного, куртка тоже, знаешь, как-то не летняя. А у нас газ закончился. Он у нас еще вчера закончился. Угу. За газом.
И в путь дорогу. А чек взял? Да. Ну все, покатили. Покатили. Покажи, как у нас это смотрится машина. О, вот видите, смотри вообще, если в камеру смотреть, кажется, что она вообще не тонированная. О, да ты что, ну да, вообще. Угу. Не тонированная. Ну ладно. Зато сиденье такое ярко-красное. Угу. Нэнси собирается в свадебное путешествие. Нэнси, ты куда намылилась опять? Нэнси, куда ты? Давай, Нэнси, давай сюда, залази. Пойдешь? Хвост, короче, у нас пистолетом. Все. Нэнси идет жениться. Ой, Нэнси идет замуж выходить. Скажи, опять меня туда. Сматываться, да? Все, собрали все. Нашли мы здесь Нэнси жениха. За бесплатно. Будь здорова, зайка. Корм возьмем. Сейчас я пакетик тебе найду. И повезем Нэнси, короче, мы. Потому что орет уже 3 дня. Здесь такое творит. Скажи, Рушан, по подоконникам она здесь все сносит нам. Просто вообще. Да, просто нереально. Нэнси, потерпи, зайка. Тебе он понравится, на Ваську похож. Да, понравится тебе он, терпи, зайка. И поедем мы. Потому что сейчас точно время. Может быть, тогда просто еще не время. Она, наверное, отошла, и потом мы Ваську привели. Ну, да. А сейчас, прям я говорю, 3 дня, это орет криком. Она залазит, понимаешь, вот сюда на подоконник, окно-то приоткрыто, и она туда смотрит и орет. Такое ощущение, что она хочет выпрыгнуть и убежать. Mm-hmm. Кота себе ищет. Потерпи, зайка, потерпи, все, поехали. Так, вот сюда мы сдали Нэнси. Ушла она. Ну, хорошо, покажи, а то вдруг Нэнси украдут, чтобы знали, где искать потом. Ушла она к жениху. Да. Где она плачет. Не показывай. У нее просто косметика потекла, она все рыдает. Да, я буду очень скучать. Кстати, сказали, 3 дня она там будет. Да. Он и мальчик. Новый хозяин на 3 дня. На 3 дня.